Всем доброго утра, дорогие друзья! Доброе утро! Грудничковое плавание набирает все больше и больше популярности. Что же это такое? И сегодня мы решили это узнать, но так как мы с Мариной уже вышли из грудничкового возраста, к сожалению. Да, нам нужен профессионал, и такого профессионала она предоставляет. Позвольте вас познакомить. Егор Олейников, чемпион внутренних соревнований, чемпион города по грудничковому плаванию. Егор, вы нам поможете? Он говорит, да? Да. Наташа, здравствуйте. Да, ну скажите, здравствуйте. С чего нам начать грудничковое плавание с этим чемпионом? Начнем с раздевалки. С раздевалки. Переоденемся, примем душ и приступим к занятию. Так, хорошо. Ну давай, я думаю, ну с Егором будешь плавать ты. Все-таки мама обычно с детьми ходит, а я буду за всем следить. Итак, Марина, Егор, переодеваться. Да, да. С чего все начинается? Мы с ребенком пришли сюда, и что, нам 3 месяца? Да. Грудничковое плавание подразумевает под собой это дети, которые приходят в грудном возрасте с месячного возраста и до года. Ну что, Марина где-то уже задерживается с нашим чемпионом. Марина, мы ждем тебя. Вы готовы? Да, да, кстати, вот. Я хотела сказать, что самое главное для маленьких пловцов в бассейне – это вот такие вот замечательные подгузники или специальные трусики. Это для того, чтобы вот такие вот маленькие ляльки не оставили там свое недоразумение. Да. Ну и все, начинаем прыжками в правую сторону. И раз, два, три. Раз, два, три. Ныряем. Прыгаем. Стоя. Хорошо? Красиво. Работают все, и папам тоже найдется работа в этот момент. Ныряем. И пошли, пошли. Поймали. И можно поднять, показать, какие красивые у нас ребята. Посильней. Красиво между ног. Оп. Ну и сейчас, внимание, супер эксклюзив. За всю историю программы «Наше утро» это будет впервые интервью прямо из бассейна. Марина, тебе слово. Марина и Егор, тебе слово. Так было бы точнее. Ну что ж, спасибо. Мы вот тут познакомились с Максимом. Мы его уже потрогали со всех сторон. А как маму зовут Максима? Юлия. Юлия, скажите, пожалуйста, как вы давно ходите в бассейн? С 3 месяца. А сейчас вам сколько? Год. А что больше всего Максиму нравится? Максиму нравятся инструкторы. Хорошие отношения, нравится нырять. А какие упражнения нравятся? Может быть, есть какие-то любимые? Нам нравится запястья плавать, кувырочки делать, арки. Наталья, расскажите, что происходит здесь? Здесь различный комплекс упражнений на разные группы мышц. Выравниваем мышечный тонус, укрепляя мышцы спины и шеи. Выходи давай! А что, это для вас? Конечно, мы же с бассейна. Но на самом деле здесь мамочки с детьми греются после бассейна, чтобы ребеночек, не дай бог, не заболел. Ну что ж, если выбирать, быть грудничковому плаванию или нет, конечно же быть. Мы за, но вместе с вами были Марина Гес, Егор Олейников по совместительству сын Марины Гес, Максим, Елизавета, их замечательные мамы, ну и где-то там Степан Рефьев. Эй, всем доброго утра и хорошего дня!